Приветствую вас на канале Самоделушки. Сегодня я расскажу о том, как очень просто из маленького количества материалов сделать кухонный столик и табуретки. Нам потребуется бумага для выкроек, это может быть старая бумага, просто чтобы делать чертежи, клей ПВА, старые картонные коробки, их должно быть достаточно много, линейка, ножницы, карандаш, кисточка для клея и самоклеящаяся пленка. Вот эту пленку я купила в магазине Fix Price, все по 38. Это достаточно большой рулон, его хватит на большое количество поделок. Если самоклеящейся пленки нет, можно использовать вместо нее, в принципе, что угодно. Можно цветную бумагу, можно самоклеящуюся цветную бумагу, можно использовать старые обои, то, что вы выберете на ваш вкус. Для столешницы я вырезала 4 квадрата размером 13 на 13 сантиметров. Скруглила у них уголки. Для того, чтобы столешница получилась плотной, я склею эти детали между собой. Для верхних частей табуретки я вырезала 4 квадрата размером 6,5 на 6,5 сантиметров. Точно так же я склею эти детали между собой, чтобы сиденья у табуреток получились достаточно плотные. Если я хочу сделать несколько табуреток, значит, я должна вырезать по 4 детали для каждой табуретки. Получившиеся заготовки нужно положить просушиться под грузом на достаточно долгое количество времени, пока клей полностью не высохнет. Это очень важно сделать для того, чтобы детали высохли ровными. Теперь нам нужно позаботиться о ножках. Для ножек столика я возьму вот такую заготовку 12 на 13,5 см. Сложу ее пополам. И нарисую на ней вот такой изгиб. Сложу еще раз пополам и вырежу. У меня получилась вот такая забавная деталь, похожая на песочные часы. Это будет ножка столика. Теперь нам нужно вырезать деталь размером 9 на 7 сантиметров. Точно так же сложить ее пополам. Нарисовать вот такую изгибистую линию и вырезать ее. У меня получилась такая же деталь, похожая на песочные часы, только размером поменьше. Для столика мне нужно вырезать 4 вот таких детали. Для каждой табуретки мне нужно вырезать 4 вот таких детали. Вот такие у меня получились заготовки для столика, их 4 штуки. И вот такие заготовки для табуреток, их тоже 4 штуки. Теперь мне нужно все эти детали обклеить. И так как я обклеиваю самоклеящейся пленкой, я декорирую их этой пленкой. Если кто-то обклеивает чем-то другим, допустим, цветной бумагой, то вот на данном этапе их нужно декорировать. Вот так вот выглядят подготовленные детали. Теперь мне нужно найти у каждой детали центр. И при помощи острого предмета, я в данном случае буду использовать обычную шариковую ручку, проведу с усилием линию, процарапать линию сгиба. Получается вот такая заготовка. Точно так же надо поступить со всеми деталями. Когда все детали согнуты, их нужно склеить. Делаем таким образом. Промазываем клеем половинку одной детали. Прикладываем к ней другую деталь. Хорошенечко совмещаем. И чтобы детали хорошенько приклеились друг к другу, используем какой-нибудь зажим. Например, обычные прищепки. Если прищепок нету в доме, можно использовать, например, вот такие заколки. Или можно использовать зажимы для бумаги. Ну, в общем, потребуется любой зажим, который есть в доме, чтобы детали хорошенечко
схватились между собой. Теперь склеим вот эти две детали. Точно так же закрепим их зажимчиками со всех сторон. И теперь склеим детали вот так. Оставим деталь на некоторое время просушиться. И точно так же поступим с сидением для табуретки. Определим центр, процарапаем линию, согнем деталь. Точно так же поступим с тремя другими заготовками. Теперь склеим деталь. И оставим все детали на некоторое время хорошенечко просушиться. Когда деталь столешницы и заготовка для табуретки хорошенечко высохнут, я их обклею самоклеящейся пленкой. Вот так выглядят мои обклеенные детали. Тем временем у меня высохли заготовки для табуретки и для стола. Осталось их приклеить. Я возьму линейку, проведу вот такую небольшую линию, определю центр, куда мне нужно примостить свою деталь, и приклею ее. Табуретка готова. Теперь доделаем столик. Точно так же я определю центр, надо взять линейку побольше. И вот так я приделаю свою деталь. Ну вот и все. Стол и табуретка готовы. Можно приглашать кукол на чаепитие. Всем приятного творчества и до встречи в следующем видео.